Здравствуйте, друзья, с вами Феликс. В этом коротеньком ролике хочу показать, как зарегистрировать аккаунт индивидуального продавца на Амазоне, так как у многих возникает подобный вопрос. Поэтому этот маленький ролик, значит, смотрите. Вот когда вот это главная страница Амазона, я вышел со своих аккаунтов. И когда мы регистрируемся как продавец, опускаемся в самый низ, и вот здесь торговать на Амазоне. Кликаем по этой вкладке, всех перекидывает на такую вот страницу. В принципе, с любого места вот эта страница открывается. И ребята сразу регистрируются, ребята и девчата. Но если опуститься чуть вниз, вот здесь есть такая строчка. Просто вы хотите несколько товаров продать, вопрос, и зарегистрируйтесь как индивидуальный продавец. Вот кликаем по этой ссылке, сейчас меня перебросит на аккаунт, который уже есть, но у вас откроется страница регистрации индивидуального продавца. Вот и все. Сейчас, может, попробую еще показать, как понизить, с какой вкладки. Сейчас войду. Если у вас уже есть аккаунт продавца. Сейчас я захожу в свой аккаунт. Подождите немножко. Вот здесь вот есть. Вот эта вот вкладочка, если вы уже зарегистрировались как профессионал, кликаем по ней. И вот с этой ссылки, вот это ваш статус. Вот у меня, видите, индивидуал. Кликаете по ней и повышаете или понижаете ваш статус. С этой страницы. Ну, поскольку у меня только можно апгрейд сделать, у меня нету тут выбора на понижение. Если у вас уже профессионал, значит, можно будет изменить на индивидуал. Вот и все на этом коротеньком ролике. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.